Всем привет! Сегодня у нас распаковка очередной посылки. Пришел наконец мой долгожданный заказ. Шла посылка около месяца. Купила его за 1210 рублей по хорошей скидке. Всем, наверное, уже не терпится узнать, что в посылке. Да, это конденсаторный студийный микрофон BM900. Я купила микрофон для записи качественного звука для видео. Сам микрофон позиционируется как записывающий профессиональный студийный микрофон. Давайте посмотрим содержимое коробки. Как продавец и обещал, это сам микрофон. Рассмотрим его чуть позже. Также тут ветрозащитная губка. Инструкция по эксплуатации на китайском языке. Сейчас распакуем оставшиеся принадлежности. Это провод питания. С одной стороны разъем соединения с микрофоном. С другой стороны USB разъем. Во втором пакете держатель микрофона. А также фиксаторная пластмассовая гайка. В третьем пакете подножка для микрофона со складными ножками. Ну и сам микрофон. Микрофон железный, достаточно тяжелый. Тут, как видите, разъем с тремя контактами. Спереди два переключателя, это звук и эхо. Сейчас покажу процесс сборки. Кстати, звук на этом видео записан на данный микрофон. Как видите, все быстро и легко собрано. Качество звука можете оценить сами. А теперь подпишись на канал, ставь лайк. До встречи!